У одной пожилой пары спросили, в чем секрет их долгого брака. И жена ответила: в том, что мы оба любим меня. Я не выхожу из любви к себе, а он любит меня. Как вам такой патент? Это как-то очень однобоко, как ходить на костыле. То есть не, да? То есть не получится тут? Не хочется такого. Не хочется? Нет. Взаимности же нет? Нет. Нет взаимности. В этом весь секрет их долгого брака. Нет, ну, так это как маленький ребенок, который так ведет себя с мамой. Я люблю себя, и все любите меня, да? Да. Понятно. Это, да, как... это не... Не сработает? Нет. Так... Я не чувствую наслаждения высоты, полета, наполнения от того, что мне будут демонстрировать, что любят меня. Понятно. Я иногда такое чувствую. Да. И мне нехорошо. Нехорошо. Тогда, если можно, еще раз. Секрет долгого, счастливого брака. Когда вы можете постоянно друг другу уступать. Постоянно. То есть все время быть готовым к этому, чтобы уступить другому. Во всем. Во всем. И тогда жизнь прекрасна. Это обалдеть можно. Это представляете? То есть это я... Только меня кольнуло, да, я должен идти сейчас в атаку, а я оп, да, и уступил. Хотя у меня там все внутри нет, горит. Нет, ничего уже нет. Уже ничего не горит. Не горит? Нет. Вот так вот я раз уступил, и вдруг... Да. Мирное течение, да? Да. Понятно. К этому приходят через бои большие, через большие столкновения? Через понимание. Через осознание мудрости природы. Что она говорит? Только в таком виде ты можешь быть связанным с другим, и ты можешь получать наслаждение от того, что ты с ним находишься и все время ему уступаешь. И все. Как прекрасно.